Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Блять, мама, меня ебут, мама, папа. Мне нужен другой биом. Начать по-быстрому все заново. Потому что это дурацкая локация, просто дебильная. Мне не нравится там, что-то эти подземные, вот эти пещеры в том месте, где я добычу делаю, чел. Могу я начать новую игру и начать вообще в другом месте? Ну, в смысле, как-то поменять локацию. Да. Моя мать биом. Сейчас. Я тебе в самом начале говорил так сделать. Начинай новую карту и сразу делай базу, но вверху ее делай, а не залупу внизу. И сделай кровать сразу, чтобы не бегать после смерти. Да, ты правильно подметил. Давай так и сделаем, потому что действительно правильно вещи говоришь. Ты редко прав, но в этом моменте да, ты действительно прав. Ты молодец. Понюхай мой биом теперь. Есть такая книга, называется «Еноты умирают в полночь». О, смотри, акации, чел. Зачем мне алмазы? Чтобы алмазную броню, алмазная кирка была. И потом уже все, потом уже делать портал и идти туда, вниз. В ад идти. Смотри. Привет, у тебя медвежья качка. Что это такое? Золотой, что ли, спиздить надо, наверное. Так, ну я могу тут позабирать, да, в принципе, все, Дима. О, кстати, и кровать готова. Да и двери новые, блядь, забрать. Ну ж, типа, как бы общее все. Из этого буду делать... Это что, вообще сено или что это? Ну из сена же можно муку делать. О, хлебушек. Блядь, да я могу тут жить, в принципе. Привет, дорогой друг. Привет, соседушка. Привет, привет, ребят. Что тут у вас? Не, я не буду этими вещами заниматься. Шовы головы. Привет. Так, ну все, я хочу возле этой деревеньки себе домик построить. Соседушки, чтобы у меня были. Можно у них будет воровать потихонечку, втихаря. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скид. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же, как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию.
Сейчас почти готово. Ребята, я еще не достроил, подождите. Блять, у меня медвежья качка. Ты что, пришел, трусы нашел, говно нашел, похавал говна, съел, потравился, пошел ты нахуй. Хочу убежать, но не могу убежать, не могу дорожать, сука. Не трожьте, пацаны. Что такое? Иди ты нахуй, слышишь? Что это за хуйня? Мы кровать заняли, его мать померла. Учила медвежья качка. Почему они не атакуют пацанов? Типа я кровать поставил, а какой-то хуй на нее лег и спит теперь. Слышишь, хуй? Это не для тебя замок построен. Этот замок построен мною, моими руками. Не для того, чтобы ты лежал на моей асконе. Слышишь, а чего у них крыша? Я у них крышу заберу. Не, серьезно. Мне такая крыша нравится, честно говоря. Я, пожалуй, ее и себе и заберу, наверное. Сейчас я кирку сделаю. Чел пришел, у чела дом сломал и все. Заборчик, кстати, ничего такой, евро. Тоже пойдет. Табличка тут уже тысячная будет, потому что так, ну... Если забор будет стоять, там уже по 1000 будут цены. Сейчас, родной, погоди, скрафчу топор, приду. Не обижайся. Такой, ну как бы, блин, тесноте, но не в обиде. Это магнолия. Иди ты нахуй. Слышишь, родной? Иди нахуй отсюда, слышишь? Вышел. Пошел вон. Шо ты, голова? Вышел. Верхоласка. Пошел. Все. Человек поднялся. Есть человек на крыше. Молодец. Есть контакт. Все. Вот это я понимаю. Неплохо. Неплохо. Верхоласк. Есть контакт. Так. Дальше. Работаем. Над дизайном и интерьером. Ну, в стиле барокко что-то плюс-минус. Первая пошла. А в чем разница? То я первую сделал, то вторую. Родной мой дядя, эта кровать создана не для того, чтобы ты в ней спал. Я чё, блядь, строил этот замок
покупал себе Аскона матрас, чтобы какой-то хуй пришел и лег на нее. Ты че, блядь, пошел вон отсюда. Вышел из моего дома. Ты че не понял? Все, ребят, идем делать основу, амуницию фармить, потом идти в подземное царствие, то есть в ад, и золото обменивать на глаза Эмбера, потом эти глаза укажут нам путь к драконам. Ну, по сути, да, это и есть смысл, потому что убить дракона в игре — это самое, что ни на есть, необходимое здесь. Потому что дракон дракону рознь. Чем больше драконов ты убьешь, тем больше игр пройдешь. Ну что, дом родной, home sweet home. Я пошел за алмазами, родной. Скоро приду с алмазами. Заживем. Заживем как люди уже. Забудем слово деньги. Потому что... Ладно, скоро приду. Смотри, смотри, видишь, как он делает, смотри. Это у нас, знаешь, как называется? Царапка. А, это он лапку заднюю домывает. Да, видно, видишь, он лапку заднюю моет. А, у него, кстати, лапок нет. У них ручки, у них нет лапок. Он здесь же как у человека. Он захватки плоскогубцы, смотря. Видишь, какой ля? Он дрочит писюн. Смотря. Точно, он надрачивает. Жесть. А, нет, он царапку кусает, смотря. Ты можешь твердо мне в лицо пердануть? Куда? В лицо мне пердануть. Я хочу просто почувствовать запах и жеманши. Ты что, дебил? Нет, попробуй. Иди нахуй. Это что? Коричневый флаг? В смысле, обосранный? Ха-ха-ха! Ой, ой, блядь, извините. Мама! Ой. Кому-то сейчас будет пи***а. Кому? Не знаю. Шо ты? О боже, батут Хайберс. Дорогой мой, малять. Опа, пи***нули. Блядь, умер. СДР. Ебать, меня убил Каспер. Ой. Вот. Теперь смотря. Вот сюда. Вот. Вот все, что я потерял. Дорогой друг. Обращается к тебе Жмакель. Давайте на сегодня-то Майнкрафта хватит, да? Вот, потому что я уже действительно, ну, за сегодня я думаю, что я достаточно нафармил, чтобы уже как бы начать дальше, следующий этап делать. То есть, ну, алмазы есть у чела. Алмазная кирка, то есть чел на алмазе. Сев алмазал. В принципе, еда есть. В деревне тут полно всякой еды, да? Да. Вот, поэтому в следующий раз надо будет уже убивать воду, чтобы получить вот этот, как он называется, вот этот фиолетовый, вот эту хуйню, сделать портал и идти уже в ад. Делать портал и идти в ад, да. Вот так вот. Табличка 600-я, тысячная. Какие тебя интересуют, братишка? Здесь может быть твоя реклама, здесь может быть твой никнейм. Вот они, таблички, братишка. Ну, ой, блядь, а верни. Вот, смотря. Вот здесь таблички, смотря. Новая фотка пены сегодня 15 тысяч. Прям новинка сегодняшняя. Хорошо, ладно, нет, все, не отвлекайте, ребят. Все, работаем. Так, теперь мне надо что? Мне надо сейчас... Золото надо, золото, ладно, понял, ну золото, хорошо.
Костюмчик я себе сделал, но металлический шлем еще не сделал. Ладно, это все лирика. Есть, Яша. Блять, мама, пацан горит. Мама убирает. Мать, как там? Чекал, не чекал сегодня. Окей, чучело. Что делать? У меня здесь нет ничего. Я же не на той кровати встал, чувак. Мне надо на другую кровать бы. Как мне туда попасть, чел? Там у меня все. Сверху домик. А я снизу зачем-то сделал. Из чего мне делать подъем? Я же не пробью малахит. Терпение и труд все перетрут. В смысле? Подожди, я думал, на другой кровати появлюсь, чел. Сейчас я найду то место, где я был. Сейчас я найду то место, я его найду. Биомы. Я сейчас перну, ты не против, если я это осуществлю? Нет. Что ты делаешь? У челов имена Сергия и Георгия. Вот они и злятся. Ничего, утром протрезвеют. Утром протрезвеют и заметят, что у них 20 тысяч с кошелька пропало. Потом подумает о своем поведении. А я в это время уже на ломоде буду заказ оформлять. Вот и подумает они потом. Так, ребята, на завтра добавьте задание. На, раскумарься. Да, вот мой дом, замок, смотри. Боже, я просто, блин, шел на запах. Понял? Типа, по зову сердца. Ой. Ребят, я... Мистер Пуки проснулся. Пуки. Я дома, ребята. Олмен дома. Олмен дома, ребята. Олмен дома. Яша все убил или не все? Ой, бомбермен. Ой. Блядь. Тебе звонит Алина. Та, чьи губы слаще, чем малина. У меня в жопе говно. Давайте поедемся в кино сходим. У меня в жопе говно. Давайте сходим в кино. Да. Сука, как же меня ебут, сука. Делаю gangster style. Я делаю только gangster style. Ребята, не трожь, пацана. Да не трожь ты, блядь, меня, водитель. Ой. Хлопцы, домашнее задание, слухаем. Господи, боже, меня ебать, я стою как Сережа. Запрати ты полностью. А причат, выйди. Так, ребята, на завтра добавьте. Мягкий знак.
мягкий знак, мягкий знак, мягкий знак, твердый 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 знак, твердый знак, мягкий знак, мягкий знак, твердый 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 знак, мягкий 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 знак, твердый знак.